Ну, именно к Лондону подготовка была, ну, будем говорить, определились наши претенденты на участие в Олимпиаде где-то примерно за 2 года. Мы видим в списках наших спортсменов новых людей, это и виды спорта новые, а также есть люди, которые уже участвовали на прошлых Олимпийских играх. Ну а в основном это вот косяк действительно сегодня сильнейших людей, которые претендовали. И вот сегодня было в прессе центрально объявлено, что вчера состоялась рабочая группа Олимпийского комитета и Минспорта России, где были полностью утверждены все списки. И сегодня уже мы точно знаем, кто в составе какой команды поедет на Олимпийские и Паралимпийские игры. Я думаю, что говорить сегодня о прогнозах, наверное, рано и неблагодарно это дело. Но я думаю, что достойное выступление вот именно на Олимпиаде наших спортсменов. И, возможно, мы их увидим на пьедестале почета.